Вкусно, иногда не вкусно. Особенно я люблю очень какао и чай. Еще тут классно. Можно купаться в воде. Кушать дают. Мне больше всего нравится рис и шашлык. Мне пока что игровая больше всего нравилась. И водяная тоже. Только пацаны, которые со мной спят... И говорят, о, там жаба, вон там крыса. Ну, у нас вообще вчера вечером была жаба. Так мне ее пришлось ловить. Лагерь очень классно, мне нравится еда, пробежка, очень зарядка, тренировки, купание. Весело, очень нравится сидеть возле костра вечером. Мне все нравится. We'll be right back.
Лагерек танцюю. Мені тут подобається. Тому що тут нормально кормлять, і я завжди ситий. Тому що тут і гречка, і так далі. Я провожу время там в карти граю або з друзями граю. Тут ще мені подобається те, що тут багато друзів, як я знаю. І ще я з деякими познайомився. Мені дуже тут подобається. І я хочу, я може другий раз поїду сюди. Мені дуже подобається жити в палатках. Лагер класний, смачно годують. Тренировки, є у воді ігрові, туризм, ми там палатки ставимо, учимося огонь розжигати. Мені тут дуже подобається, тому що тут дуже вкусно кормлять, тут свіжий воздух і все дають на смак. Тут можна вибрати їду, яку захочеш, забажаєш. Ми тут купаємося, тут є річка. Палатки дуже нормальні, особливо є коридорище палатка. Ще ми утром робимо пробіжку. Рано утром нас кормять дуже гарно. Кушаємо ми три рази в день. І ще у нас є тренувки три. І ложимося ми в 10 годин вечора. А ще ми устроїмо посиділки возле костра. Активну участь у навчально-тренувальному зборі. І так, нагороджується Зубашевська Анастасія. Похлопали. Хоменко Вадим. Скорее, бежим. Шунько Дмитро. Скорее, громче хлопает. Ковальчук Миша. Бегом, бежать надо. Ященко Кирилл. Белов Александр. Ковальский Михайлов. Косовенко Богдан. Боля Свыше. Ирточ Денис. Зеленский Захар. Кузьменко Олексій. Галаган Данила. Бурмака Евгений. Бурмака Евгений. Я, наверное, был наиболее активен, самым таким любознательным. Я хочу подарить такие наборчики. Я работаю в природоохранной организации. И для сохранения Полесья, той территории, на которой мы с вами находимся, вот такая сувенирная продукция. Это сумочка и блокнотик, чтобы вы здесь записывали все свои самые лучшие воспоминания, оставшиеся после лагеря. Ну или то, что вы сами захотите.
Извините, я вас не запомнила всех по именам, поэтому я просто подойду и дам, хорошо? Гармата, красава, похлопали! Получили!